По-по, лайк поставь, подпишись. Вау, ребята, что? Вы посмотрите! Почему этот босс в 10 раз нас все равно больше-то? Мы что, не настоящие какие-то? Всем привет, ребята! И кого же это вы видите? Что? Это босс? Это босс? Мы серьезно? Это босс? А где же красный шарик? А нет, ребята! Теперь мы поиграем за босса. Ведь он решил нам помочь сразиться с оставшимися монстрами. И перешел на нашу сторону после того, как мы его победили. И теперь можем за него поиграть. Ну, это же прикольно. Так. Мы тут бабахнули этого чудика. А сами будем отправляться подальше, подальше. Про звездочку. Теперь тут у нас. И оп. Отлично. И сейчас мы будем ехать повыше вот сюда. Бам. Здорово, здорово. Круто. Правда, здесь еще два подрывничка, которые так и хотят как взорваться. Нет, 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 нет. Так, они вроде бы задетонировали и повзрывали друг от друга. И теперь мы как бы в безопасности. Так. Что? Дух красного шарика вылетел и сказал нам, что эх, как ты. Как ты мог, квадрат-то? Как ты мог проиграть, если ты эти заводы строил? Хотя, по-моему, другой босс строил именно эти заводы. Ну ладно. Потому что, как вы знаете, ребятки, это подземельный босс. Да, это именно подземельный. Так. Ха-ха, взрывайся там себе сам. А нам не мешай. Все, мы вроде бы от него избавились. Теперь давайте покрутим. Покрутим, 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 покрутим. И... Отлично, круто. Пим. Пи-ми-ю, пи-ми-ю, пи-ми-ю. Так, здорово. Взяли звездочку. Ой-о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 й. Катимся, 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 катимся. Эй, ты чё? Ты со мной что ли покататься хотел? Монстрик. Бам. Все, перехотел, ребята, он кататься. Что-то вдруг он решил быть раздавленным. Что? Вот это нас пихануло. Так, не попадаться. Не попадаться в эти штуки. Можем на них поездить? Есть! А, тут лазер. Вот тут нужно быть поаккуратней, поаккуратней. Так, сейчас подумаем. А! Быстрее, быстрее, быстрее. А, тихо, 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 тихо. Еееей! Мы выбрались. Мы выбрались с того самого страшного места. Нет, да что ж ты будешь делать? Так, все, пропустите меня. Так, 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 так. Тут звездочка. Да что? Ты как мой бок задел-то, а? Хоп, хоп. И опа, опа, опа. Флажочек, и теперь его ба-бам. И звездочка наша. Да это разве не круто? Я думаю, что круто. Ой-ой-ой. Да куда ж ты в меня-то взрываешься? Ну зачем ты это делаешь? Зачем? А? Ну так ты куда? Ты чё? Видели, чё он бабахнулся? Не. А! Тихо. Пропустили мы его. И, ребятки, вот такая у нас получилась серия.
Ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте обязательно своим друзьям, то, что появился новый персонаж, мы его открыли. Теперь можем и поиграть в игре «Красный шарик». Так что ждите приключений и следите. Всем пока-пока. Ю-ху!